Послезавтра рано утром уже улетаем домой. А сегодня решили еще в Старый Несебр заглянуть и пойти на пляж. Пляж здесь, как вы видите, такой мелкоракушечный. Люди до ракушки собирают, ракушки. И вот такой вид. Сейчас хочу попробовать, какая здесь вода. Пляжик маленький. Вот зашла в воду. Вода достаточно прозрачная, но, как и писали, много водорослей. Какая теплая ли она? Для Черного моря, наверное, теплая. Я люблю, когда совсем теплая, как в Индийском океане. А так постояла, вроде бы ничего. Но погода что-то портится, хотя не предвещали ничего. Идут опять тучи. Вот и улетаем мы из Болгарии, уже прошли регистрацию, ждем посадки на самолет. Чуть не оставила наручные часы на проверке. Побежала, слава богу, нашли. Это хорошо. Так, ну теперь до встречи в Эстонии. Процесс пошел, взлетаем. Жалко улетать. Такой хорошей погоды, ни единого облачка на небе в свою мрачную дождливую погоду. Все, полетели. До свидания, Болгария. Или, может, прощай, еще не знаю.